Попрошу вас закрыть глаза. Закрыть глаза и погрузиться в свое внутреннее пространство. Вы видите, как здесь голубым светит? Это вообще удивительно. Вы проходите вглубь себя. Идете в самое детство. В момент своего рождения. И вы видите свой первый вдох. Когда вы родились, очень важно сделать первый вдох. И вы видите, как в этот момент у вас начинает раскручиваться нежно-голубой поток Вишудхи. На уровне горла у вас появляется голубая энергия. И вы видите, как эта энергия начинает светиться. И, может быть, вы стали что-то кричать или говорить. И в этот момент кто-то закрыл вам рот. Грудью матери. Соской. Чем-то еще. И вы видите, как здесь заблокировался поток. И сейчас вы мысленно даете этому потоку энергии, и вы видите, как этот поток начинает так сильно двигаться, что он убирает любые блоки, любые соски, все, что блокировало. Посмотрите, как он светится, раскрывается из горловой чакры, и все, абсолютно все, что закрывало вам рот, уходит. И посмотрите, где вам год, два, три. Чем вам закрывали там рот? Какими-то мелкими вещами, едой, сушками, сосками. И снова дайте намерение голубому свету из вашего горла засветить так, чтобы все вычистилось и вылетело. Вы видите, как из вашего горла вылетают все блоки, которыми вам закрывали рот. И вы видите себя уже более старшим, 3, 5, 7, 10 лет. И вы видите, как вам закрывают рот какими-то словами. Помолчи, сейчас не время говорить, закрой рот, заткнись. И вы видите, как все эти установки сидят в вашем горле. И вы видите, как ярко-синий, голубой свет с еще большей силой начинает светить и мощным потоком выкидывает все эти установки и блоки. И вы видите себя еще старше. Посмотрите, что там, может быть, вы заедали где-то. Может быть, в очередной раз вы не смогли что-то сказать и сглотнули. Может быть, вообще у вас уже появились на горле какие-то болячки. Может быть, вам подрезали гланды. Может быть, у вас была гнойная ангина. Может быть, у вас просто болело горло или был кашель. И снова дайте намерение, дайте мощную энергию Вишудхи и выкиньте, очистите это все. Идите дальше до сегодняшних дней и вспоминайте все истории, которые блокировали вашу Вишудху. Все что угодно. Это могут быть установки, это могут быть слова, это может быть обида, это может быть конкретная еда. Это может быть собственное желание замолчать. Дайте голубого света и выталкивайте это все из своего горла. И может быть вам захочется сейчас покашлять, покричать. Почувствуйте мощнейший голубой поток из своего горла, который ураганом сносит любые блоки. Сносит любые блоки, где вы говорили «да», хотелось сказать «нет», где вы сглатывали, а хотелось орать, где было стыдно сказать, где вам закрывали рот. Любые блоки материального мира, где вам засовывали соски, сиськи, еду, может быть, ладонью прикрывали рот. Почувствуйте, как этот голубой поток сносит любые блоки, которые у вас. Если у вас стоят диагнозы на горле, почувствуйте, как голубой поток сносит любые истории, связанные с ангинами, с
щитовидками, все ненужное. Сейчас вы видите, как на уровне горла раскручивается голубой, мощный энергетический шар, и вы берете его между своих ладоней, и вы видите, как он уже вращается в ваших ладонях, почувствуйте его плотность, попытайтесь соединить ладони, почувствуйте, как он находится между ваших ладоней и раскручивается. И сейчас внимательно, внутренним взором посмотрите, есть ли там вкрапление, осталось ли там что-то чужеродное. Раскрутите посильнее, пусть почистится, пусть отвращение этих вибраций уберется все с вашей Вишудхи. Мощный голубой поток чистейшей энергии. Вы пришли в этот мир со своей энергией, и через Вишудху вы можете вносить ее сюда. Почувствуйте сейчас силу рук, потому что в руках точно так же энергия Вишудхи. Ваши руки, ваши кисти напрямую связаны с Вишудхой. Через кисти вы отдаете творчество, а через голос вы отдаете творчество. Почистите эту чакру и возвращайте ее в ваше горло. И вы делаете вдох и выдох. И возвращаетесь в наше пространство.